Привет, дорогие друзья! С пятницей и сегодня мое еженедельное видео на YouTube. И как всегда в последние недели поделюсь с вами статистикой, покажу, что происходит на рынке, расскажу, что я слышу от других агентов и что я вижу сама. И на этом закруглимся. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я возобновлю мои видео, обучающие именно процесс покупки, но сейчас, мне кажется, информация именно по рынку и статистике и вообще о том, что происходит, наверное, более необходима на данный момент, поэтому я вам ее представляю. Ну, давайте смотреть. Я посмотрела статистику. Посмотрите, пожалуйста, данные на дату 7 мая. И вы увидите, что на весь каунти Fairfax, мы пройдемся по тем же местам, которые мы делаем уже последние несколько недель, просто чтобы вам показать изменения за последние 30 дней. То есть если в прошлом видео мы говорили про апрель месяц по 30 апреля, то сейчас разговор пойдет о 30 днях до 7 мая. И вы немножко увидите картинку более другую, чем, ну, хотя, в принципе, картинка, наверное, та же самая. Посмотрите, дома на рынке стоят дольше. Вы видите, что новые дома все-таки еще как бы количество новых домов, выходящих на рынок, снижается. Тем не менее, цена, средняя цена немножко уходит наверх. Смотрим, что в Арлингтоне. В Арлингтоне цена практически на месте, очень-очень-очень мало снизилась. Но опять-таки дома стоят на рынке дольше немножко, но не так критична ситуация. Смотрите, что происходит в Лондон Каунти. Цена идет чуть-чуть наверх, дома на рынке стоят дольше, но не настолько дольше, как другие каунти. То есть Лондон все-таки процесс идет. И опять-таки я вам повторюсь, что на прошлой неделе я показывала дом, и мои клиенты думали, покупать там или нет. Они отказались в конечном итоге, но я вам должна сказать, что на тот момент, то есть в течение 24 часов я держала связь с листинг агентом, и агент продавца сказал мне, что у них получено было 3 предложения на руки. Это при том, что дом выставлен был за довольно-таки серьезную цену. То есть все равно процесс идет, дома продаются. Принц Уильям, как вы помните в прошлом видео, Принц Уильям нам показал немножко другую статистику в том плане, что цены немножко пошли вниз. Да? Смотрите, выровнялось. Я, как я вам и говорила, что, скорее всего, выровняется и пойдет наверх. Интересно будет следить, что будет дальше, но похоже, что выравнивается ситуация в Принц Уильям. И в Александрия Сити, смотрите, цена вообще немножко выше, чем в других местах, уходит наверх. И в Falls Church цена уходит наверх тоже немножко быстрее, чем в других штатах. Я извиняюсь, в других каунти. О чем это говорит? Что можно из этого сделать, какие выводы? Если вы хотите посмотреть на эти данные более детально, я ссылку внизу оставлю, вы можете просто заходить на эту ссылку и играть с не только каунти, но вы можете смотреть и более в узком локалити, да, вот ваши данные. Я просто хочу вам сказать, что опять-таки мы слышим заголовки о том, что unemployment подскочил, уже ужасные цифры, очень много народу подает на unemployment. Но от агентов я слышу, что сейчас опять начинается ажиотаж, опять люди выходят на рынок покупать, и уже дома, которые выходят на рынок, они выходят с меньшей скоростью, и опять начинается ажиотаж. Мы, в принципе, не особо увидели замедление очень сильное, или тем более как бы остановку всех продаж в округе. Да? А сейчас опять как такое чувство, что покупатели привыкли, что ли, к тому, что происходит на рынке. Продавцы все-таки решают выставлять свои дома, потому что уже надо, наверное. Или тоже вот это вот уже привыкаешь к новой ситуации, которая, хочешь не хочешь, начинает казаться нормой. Поэтому мы начинаем видеть уже движения более серьезные, чем они были, скажем, 2-3 недели назад. Вот, поэтому говорят еще, что нам, наши статистики, вот наши эксперты тоже говорят, что цены не будут падать,
движение на рынке будет продолжаться расти. Да, мы идем в рецессию, наверное, но эта рецессия не будет продолжаться так долго, как она длилась в прошлые случаи, то есть Great Recession, Great Depression, да. И все равно, наверное, вкладывать в рынок недвижимости более лучший вариант, чем вкладывать в рынок ценных бумаг. Но это чисто мое мнение. Вот я просто хотела с вами поделиться о том, что происходит на рынке и что я слышу от других агентов. И если есть вопросы или если есть какие-то пожелания по поводу видео именно обучающие, именно вот на темы, которые вы хотели бы знать, вдобавок к тому, что уже есть у меня на YouTube-канале, пожалуйста, посмотрите, дайте мне знать, потому что очень хочется уже рассказывать о том, как вообще идет процесс покупки и продажи, и уже, честное слово, надоедает смотреть на эти цифры и постоянно следить за тем, что происходит на рынке. Но это необходимость, нам это надо делать, так что как бы это я буду делать, но как бы хотелось бы разнообразить наше видео. Вот, ну, обращайтесь с вопросами, звоните, я с удовольствием с вами подискутирую. Если вы придерживаетесь другой точки зрения, конечно, мне всегда интересно знать мнение всех. Вот, ну и на этом все. Увидимся в следующую пятницу. Хороших вам выходных и, конечно, с праздником Победы. Для тех, у кого еще бабушки и дедушки живы, поздравьте их. Мой дедушка умер 33 года назад, и я уже как бы тоже каждый год это его праздник, и он у меня был в плену в Германии, вот, поэтому это его праздник, и поэтому это, я считаю, наш праздник тоже. Так что с 9 мая вас, и до следующей пятницы. Пока.